Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы вам расскажем отличную новость. С 31 октября на канале ТНТ стартует премьера второго сезона комедийного сериала «Отпуск». В новом сезоне мы увидим, как северяне спустя год снова отправляются на юг, но на этот раз заселяются уже не в гестхаус Бори. К тому же теперь отдыхать Беляевы будут в новом составе. Лариса отправляется в отпуск со своим новым ухажером Толиком, а Сева пытается жить новой жизнью и покупает себе яхту. Тем временем Боря, помимо отсутствия жильцов, пытается решить еще кучу проблем. Наладить отношения с внезапно появившимся родственником и устроить самую роскошную свадьбу в Геленджике. Но с этой задачей сложно справиться, когда у тебя в соперниках Бакайч Таймураз. Продолжится и главная романтическая линия сериала «Саша и Люся». После неловкого расставания наконец-то сближаются, но смогут ли их отношения перейти на новый уровень? Одна из интриг нового сезона. Напомним, премьера нового сезона сериала стартует с 31 октября на ТНТ. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!